Продолжает диалог 2023, продолжает свою работу, и сейчас мы поговорим о том, каким образом развивается торговая сеть «Злата» уже в составе X5 Group. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ирина, год назад вы, как и Красный Яр, включились в большую группу компаний X5, и сейчас, уже по прошествии года, что вы можете сказать? Стало удобнее? Какие изменения явно вы, как коммерческий директор, увидели, да? И, скажем, как изменилась полка сети по итогам того, как вы поработали уже в X5 Group? Давайте я начну с конца. Полка сети не изменилась. Ну, если мы говорим именно про ассортимент, про количество позиций, которые у нас представлено, про сам ассортимент, про наполнение, она не изменилась никак. Но изменилось оно с точки зрения ценообразования. То есть наше вступление в большую семью X5 позволило нам получить более интересные, привлекательные цены и, соответственно, протранслировать их конечному потребителю. Поэтому в ряде категорий мы ушли в ценообразование everyday low price именно за счет нашего партнерства с X5. Mm-hmm. Это такие категории, как пиво, крепкий алкоголь. Ну, вот, наверное, вот эти категории. Mm-hmm. Mm-hmm. Что касаемо текущего состояния сети, сколько магазинов и какие планы по развитию в следующем году? Ну, просто чтобы нашим зрителям было понятно, куда вы целитесь. Mm-hmm. Мы сосредоточимся на повышении своей эффективности. Вот, по количеству, которые на сегодняшний день представлены, это дискаунтеры, это 287 дискаунтеров. Ну, то есть сейчас их там 284, вот до конца года будет 287. Угу. И 80 супермаркетов «Злата». Угу. Также будет «Злата» и «Хлеб-соль»? Также будет «Злата» и «Хлеб-соль», да. Ирина, а что касаемо того, что... Как покупатель отреагировал? Сейчас заметил, что вы стали там, что вы вошли в состав крупной компании, или для них ничего особо не поменялось? Ничего не поменялось. Мы же делаем ежегодные срезы, проводим маркетинговые исследования. Ну, то есть те позитивные изменения, которые мы видим, они в том числе, то есть мы проблемы эти знали, мы с ними поработали, но вступление в X5 на это никак не повлияло. Угу. То есть поэтому покупатель ничего не заметил. Да. Просто работаем. Просто работаем, да, под своими брендами. Да. А что касаемо планов по развитию СТМ и вообще каких-то коллабораций с поставщиками, о которых вы могли бы рассказать, опять же, что изменилось или там, что новое появилось? Возможно, есть чем погордиться именно за последний год, но чтобы обозначить, что вот это мы начинали еще до того или там уже во время, и какие в итоге результаты есть. СТМ, коллаборации. Да, ну, вы знаете, вот про СТМ как раз недавно проходила выставка, вот, и наш руководитель данного направления принимала участие, рассказывала, делилась интересными кейсами, и тут я, наверное, просто повторюсь. Mm-hmm. Наша доля СТМ в ассортименте, в товарообороте неуклонно растет, что, наверное, поменялось. То есть в категории фреша, ультрафреша в молочном направлении, раньше эта категория закрывалась местными производителями, локальными, и как бы дистрибьюция их была очень ограничена. То есть это буквально несколько городов Иркутской области, которые вот, ну, там, очень близко и плотно друг к другу расположены. И, к сожалению, так как представленность формата дискаунтера, она обширная, то есть мы находимся как на севере области, так и в Забайкальском крае, и в Бурятии. Вот, поэтому нас, конечно, это не устраивало. И мы сильно хотели, чтобы наш СТМ, наш простой выбор был представлен на разных территориях. Поэтому мы нашли возможности и договорились с поставщиками Алтайского края о производстве для нас СТМ именно во фреше, ну там, не ультрафреш, конечно, но фреш, то есть там со сроком годности, как у лидера рынка, у Данона, то есть 30 суток. Вот. И поэтому наш СТМ, молочный СТМ, появился теперь во всех магазинах нашей сети. И это, наверное, тот кейс, которым нам бы хотелось поделиться. Это успешный кейс, мы довольны очень. Я также спрашивала Вадима Журова о том, есть ли примеры, когда каких-то поставщиков, которые открыли вы, и условно ваши эти открытия повлияли на то, что этот поставщик пошел уже, не знаю, там, в Пятерочку или еще как-то. Какие такие, есть ли такие примеры за последний год? Да, мы вот сейчас в рамках круглого стола эти кейсы рассказывали. Вот есть такие примеры в готовой еде. Это наш производитель местный, локальный,
стрит-фуд. Вот, он начал свою работу именно с нашей сетью. И уже сейчас работает с торговой сетью «Пятерочка», да, на территории Иркутской области, но сейчас они запускают производство в Екатеринбурге и в Тюмени. Mm-hmm. Вот это, да, в готовой еде такой кейс. Есть кейс, о котором рассказывала я, в направлении Азия. То есть это сейчас очень актуальное, такое трендовое направление. Пришло оно к нам с Востока. Вот, ну, там на Востоке оно, конечно, чуть раньше начало развиваться, до нас оно чуть позже докатилось, но как бы сейчас те эксперименты, которые мы проводим, они находят отклик у наших покупателей, и мы, конечно, направление будем это активно развивать, и сейчас развиваем, и продолжим это там, в следующем году, и до 2026 года там, мы планируем эту долю азиатских товаров увеличить. Так вот, кейс, о котором можно было бы поделиться, это поставщик «Азия-Море». Он начинал работу с нами, он был нашим, с нами это с торговой сетью «Слата», был нашим ключевым партнером. Вот. Но на сегодняшний день, вот как раз в сентябре, они подписали договор с торговой сетью «Пятерочка», и вот уже на территории Красноярска и Новосибирска будут отгружать товар, азиатский товар в эти сети. Можно ли здесь такое некое резюме сделать, что поставщикам, которые хотят работать с торговыми сетями, в том числе X5, вот, которые входят в нее, стоит и важно начинать, например, с вас, чтобы пройти какие-то тесты, там, попробовать себя, после чего уже есть некоторые варианты, что в дальнейшем они могут стать более интересными для крупного партнера? Да, можно. Ну, то есть, еще раз, если это касается локальных производителей, то точно, наверное, нужно начинать с нас. То есть у нас есть опыт работы с региональными поставщиками, мы можем объяснить правила игры. Но на самом деле, то есть, и вход может быть с другой, с обратной стороны, потому что с «Пятерочку», с той сетью, с которой мы представлены на одной территории, мы активно обмениваемся базами, информацией о поставщиках, успешными кейсами, поэтому здесь вход может быть как оттуда, так и отсюда. Ну что ж, можно только порадоваться за то, что лучшие практики применяются, и в итоге это все реализуется в качественной продаже, которая в итоге удобна и вам, и для покупателей это хорошо. Согласна. Ну, вот такое включение у нас получилось из Сибири, здесь, в Москве. Ирина, спасибо большое. А я вас призываю посмотреть круглый стол, который посвящен был Дальнему Востоку и Сибири. И в дальнейшем читайте, изучайте те материалы, которые мы создали по итогам данного эфира, данной конференции. И стройте свои планы совместно с лидерами. Всего доброго.